мировой фауне семейство усачи насчитывает около 17 тысяч видов. На территории России их около 900. В основном усачи, встречающиеся на цветковых растениях, наиболее активны в дневное солнечное время. Клит малый фигурный – вид жуков-усачей из подсемейства настоящих усачей. Распространен в европейской части России, от юга лесостепной зоны до Кавказа, Сибири, Крыма, в Европе, кроме северной. Длина тела взрослых насекомых 6-10 мм. Тело черно-бурое, продолговатое. Надкрылья черные, с белым фигурным рисунком, из двух угловидных перевязей, вершинным и боковыми пятнышками. Диск передней спинки без стоячих волосков. Эпистерны задней груди узкие, в 4 раза длиннее ширины. Голова жука направлена наклонно вперед. Основание усиков расположено между глазами. Усики нитевидные. Первый членник задних лапок длиннее последующих. Кормовыми растениями личинок являются различные широколиственные деревья: дуб, вяз, лещина, акация белая. Личинки развиваются под корой и в древесине лиственных деревьев. Имаго встречаются на опушках с мая по август, завершив свой жизненный цикл в 2 года. Имаго многих видов усачей часто нуждаются в дополнительном питании, поэтому они посещают определенные кормовые растения. В основном жуков можно встретить на цветах днем, но есть некоторые виды, которые можно встретить и в вечернее время. Большинство дровосеков откладывают яйца в готовые естественные укрытия, трещины в коре и древесине, под оставшую кору и тому подобное. Плодовитость у разных видов может сильно варьировать от 20 до 500 яиц в кладке. Срок развития большинства дровосеков составляет около 2 лет. Зимуют усачи обычно в стадии личинки, но есть и такие виды, которые зимуют в стадии имага и даже куколки.